Всем привет, друзья! Сегодня у нас на гайде Bloodseeker. Прикольный персонаж, который очень быстро бегает. Это персонаж, у которого нет ограничения по мувспиду. И тоже есть у него различные плюшки, но о них чуть попозже. Давайте перейдем к его способностям. В общем, первый спелл у нас это Blood Rage. Что он у нас делает? Мы можем его накидывать на себя, на врагов, на кого угодно. Что он будет давать? Он будет давать у нас на последнем левеле 40% amplification, то есть... Что такое амплификация? Это типа повышение урона. Может быть написано там Magic Amplification, либо Physical Amplification, типа это магическое повышение дэмэджа или физическое. Но тут у нас просто амплификация, соответственно это у нас и то, и то. То есть, что это у нас будет значить? Если мы накидываем на себя, то мы получаем на 40% урона больше и наносим на 40% урона больше. Понимаете, как это работает, да? То есть можно это накинуть на enemy, на себя. Окей, это первая плюшка. Вторая плюшка это то, что если мы кого-то добиваем, будучи находясь в этой способности, то мы захиливаем себе 25% от максимального хитпоинта enemy, кого мы добили. То есть будь это персонаж какой-то, у которого 1000 хитпоинтов, мы захилим себе 250 хп. Это равняться будет 25%. Вот такой вот у нас спелл. Не знаю, показывать подробно вам или нет, как это работает, но я думаю, уже непосредственно в гайде вы это все увидите. В принципе, ничего сложного, можно кинуть на enemy и быстрее его убить. Либо же кинуть на себя и быстрее бить самим. В общем, вот такой вот спелл, давайте перейдем ко второму спеллу. В общем, смотрите, это у нас такая будет, как бы, спелл тоже направленный. Давайте ее прокачаю, покажу. Вот такая вот у нас АОЕшка появляется. Что она у нас будет делать? Смотрите, АОЕшка очень большая. В определенной области с задержкой 3 секунды кастуется у нас вот такая тема. Смотрите. Произошел эффект и что-то произошло. Что у нас будет делаться? Смотрите, на last level дается 6 секунд сайленса, кто находится в этом круге. И нанесется 240 дэмэджа. Причем, заметьте, дэмэдж это чистый. Чистый дэмэдж. И 6 секунд сайленса. Если кто-то успевает выходить с него, соответственно, ничего он не получает. Ни дэмэдж, ни сайленс. АОЕшка прикольная, кастуется 3 секунды. Колда у нас 20 секунд, манаку сотня. В принципе, в комбинировании с ультимейтом очень даже неплохо. Также в рошпит заходишь, дают еще вижен классный. То есть, и, соответственно... Более спелл, более чем оправдан. То есть, если кто-то, вы знаете, что он там залез на хайграунд, кастуем этот спелл, видим эту область. И также можем еще туда вдогонку гинуть ультимейт. В общем, об этом спелле мы поговорили. Чистый урон, запоминайте. Чистый урон усиливается первым. Ну, у нас усиливаются все способности от первого. Это от этого никуда не деться. И вот такой вот спелл. Давайте посмотрим третий спелл. Следующий спелл, который мы будем рассматривать, это у нас третий спелл Сикера. Что он у нас делает, ребят? Давайте почитаем немного и углубимся. Это то, за что Сикер в принципе и ценится. Это его мобильность. Быстрый, мобильный. Ладно, шутки оставим в сторону, это неинтересно. В общем, смотрите, по третьему спеллу. На last level 40% movement increase плюс 40 damage. Смотрите, когда... Тут дословно написано, если у персонажа становится на 25% меньше хитпоинтов, то его видно по карте, все знают, что Сикер видит по карте, и плюс нам добавляется за определенные low хитпоинты damage плюс movement speed. Этот персонаж не имеет ограничения на movement speed, то есть у нас movement speed может... составлять 1000 единиц, то есть все мы знаем, смотрите, напишем минус МС, 390, то есть у меня тревела в паке просто и все. Но, посмотрите, у нас на миде есть лоу-хэповые венги, там их 4 штуки. И я сейчас буду прокачивать первый спелл. Смотрите, на раз беру, 30 дэмэджа дает, хотя у нас, смотрите, 10 дэмэджа. Но это из-за того, что хитпоинт там регенится, и сикер у нас становится нестабильным. Давайте посмотрим movement speed, 488. На один раз прокачал. Там только 4 лоу... Там 4 лоу персонажа, ребят. Прокачиваем на ласт. Смотрите, сколько дэмэджа нам дало. И я боюсь сейчас написать минус МС. 1000 movement speed. И это просто 4 лоу хэповых персонажа. Чтобы вы понимали, ребят. И это только один артефакт у меня.
На movement speed. Просто... Если мы до кучи еще, в принципе, давайте соберем Яшу. И, допустим... Минус итем. Еул. Смотрим МС. 924, но там хилятся все же персонажи. Ну, по чуть подхиливаются. Можно сейчас продамажить их. Вот так вот. Будем чекать МС. 1200 мов спида. То есть, в теории это... Смотрите, персонаж как тупит. Смотрите, что с ним. Я просто нажал редкликом бежать. В общем, такой вот у нас третий спел. Если на карте есть лоу-хэповые персонажи, во-первых, мы их будем видеть. Во-вторых, мы будем быстро бегать. И в-третьих, мы будем больно бить. В общем, вот такой вот третий спел. Видите, по карте мы ее видим. Тоже. В принципе, я объяснил все по третьему спелу. Давайте перейдем уже к ультимейту, ребят. Ультимейт тоже не менее интересный и комбинируется со вторым спелом. Поехали. Касаемо ультимейта Сикера, ребят, все просто, на самом деле. Наш ультимейт не менее лучше, чем наши все остальные спелы. Чем наш третий спел, который позволяет нам разгоняться до 1000 мовспида. Но и есть своя изюминка в ультимейте. В общем, смотрите, ультимейт на Сикере, что же он у нас будет делать? Смотрите, 60% от дистанции переводится в дэмэдж. И 12 секунд идет. Что же это будет значить? Смотрите. Ультимейт у нас направленная способность. Сейчас мы немного пропишем персонажа. Прописываем персонажа одного. И идем смотреть, что же у нас будет происходить. Кидаю ультимейт. И персонаж, как видите, пробежался немного и получил дэмэдж. А сейчас мы попробуем загреть на себя. И персонаж вот побежался, пробежался и опять получил дэмэдж. В общем, в чем смысл этого ультимейта? Все персонажи, на которых я накидываю свой ульт, должны стоять на месте. Или 60% от пройденной дистанции, будет тут 200, ну вот 200 или 400 АОЕ, то есть они будут дамажиться. Они будут дамажиться, ребят. Давайте, ну, блин, скипнем и посмотрим, как же у нас будет сильно дамажить. В общем, смотрите, я кинул на нее ульт, она бежит и получает дэмэдж. А если я еще кину на нее первый, то она будет умирать еще быстрее. Вот такой смысл нашего ультимейта. Когда на вас Сикер кидает ультимейт, ребят, ни в коем случае не двигайтесь. Вообще ни в коем случае не двигайтесь. Там абсолютно плевать. Нажмете вы блинк или еще какую-то способность. Нет смысла. Но чем это контрится, я вам подскажу сейчас. Контрится обычной ТПшечкой или обычной хилочкой. Если вы бежите, вы можете отхиливаться, потому что тут дэмэдж такой же, такого же типа, как у Херстоппер у Некролайта. Как вы знаете, просто наносится дэмэдж, то есть нету никакого фаст дэмэджа и все. Просто как бы оно сжигается и все. То есть, ну, нету, как говорится, именно, вот допустим, Еул собьет хилку, если мы направим, потому что тут есть дэмэдж уже 100%. То есть я не знаю, как вам это объяснить, но просто запомните, что когда на вас Сикер кидает ультимейт, вы можете сделать либо ТП, либо бежать и хилиться. Будь то обычная Healing Slave или Bottle. В общем, ребят, по этому персонажу я рассказал все его способности. В теории, вкратце, в принципе, все понятно. Давайте же посмотрим, что же наш этот персонаж сможет предъявить в игре нескольким героям и нескольким сильным персонажам, которых сейчас вы уже увидите. Давайте уже посмотрим. Идем, кстати, на мидлейн. Поехали. Ладно, пойдем на изи лайн, ребят.
Пойдем на изи лайн, ну как на изи? Скорее всего, изи будет это ХГ. Ой, ХГ. Хардлайн. Ну, шторм проиграет мид. Просто будет стоять под фаром, под тавером. No name. Ладно, все. Все, закрыл. Рот я. Я НН. Все. Иди, мид. Показывай, как надо. Все, хорош. Ладно, ребят. И я не я был бы, если бы не сыграл еще одну каточку. В этом гайде будет у нас две каточки, как вы видите. И я думаю, будет... Так, ну Акса надо пытаться забирать. Но Акс забирает руну просто. Ну вот подблочить его, блин. Ну зачем руну забирает? Он еще и пойдет сейчас на линию забирать мой фарм. Вот в этом проблема того, что я не пошел на центр, ребят. На центре у нас профессионал, как вы видели поначалу. Уговорить я его не смог, чтобы он дал мне мид. И если бы я пошел дабл мид, то чел бы... Пишем игнор. И все, поехали. Скорее всего, если будет тут огр на линии, будет очень плохо, ребят. Будет очень плохо. Огр и... Ой-ой-ой, огр и у нас тут сларк. Это вообще плохо, ребят. Потому что на этой линии меня тут просто должны, по идее, высушить. Сларк через орбу, в третий спелл, прыжок, стан, игнайт, ГГВП, сикера... Сикера нет, все. Это будет тотальный провал на этой линии. Ну, эта линия не изи, ребят. Но на низу тоже не сладко, там некролайт, некролайт. Овнит сикера на изи, как говорится. Но единственный вариант, как я могу тут камбэкнуть, это если я буду стоять на фулл экспе. На фулл экспе. А если Акс выйдет на линию, давайте на третьем левеле попросим Акса, чтобы он вышел на линию и будет тут стоять он. Ему тут будет комфортно. Будет комфортно. По второму левелу апает у нас тут персонажи. Стики, видите, заряжает стики. Первый спелл наш. Каждый у нас каст первого спала будет заряжать enemy стики. Вот такая вот у нас такая, если честно, проблема тут возникает. Так, нельзя давать ему стаки. Одну тычку дали, ну и хрен с ним. Нельзя давать, чтобы он настакивал на сларке, потому что у него там хоть 15 секунд, но эти 15 секунд нельзя ему ни в коем случае давать. Добиваем. В Blade Mail сразу будем выходить. В той игре мы вышли в Radiance, потому что мы шли через мидлейн. Что он там, подсасывает уже? Нет, еще не подсасывает, ребят, но готовится, надо линию вернуть на себя. Что у него там, сапог, ребят? Да, сларк такой будет задротский, знаете, который будет накидывать на нас тупо. Вернее, не накидывать, будет на нас накидываться. А, надо сапожок, ребят. Давайте возьмем Stout Shield. Щиток в простонародье. Даем тычку сларку. Просаживаем его по хитпоинт. Ну, боюсь я огра, ребят. Огра, боюсь. Огр дает стан. И сларк бьет. У меня нету второго. Надо второй сейчас будет вкачать. Придет у нас сапожок. Все, есть. Сларк третьего левела. Я четвертого. И огр тоже третьего. Будем пытаться душить. Главное тут крипов добивать. Все, есть айтем. Нет, нет. Тут соло, соло, соло должно быть. Нет, выпрыгивает сларк, но будем драться. Надо отхилиться. Есть у нас сапог. Хорошо, ФБ наш. Есть еще сларк, сейчас убьем. Кого сларка? Жалко, на фейзы не хватает. Но умрет он там, по идее, с горелки. Идет отдаваться. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребята, ребята. Что ж вы такие-то игроки? А такое преимущество держали на линии. Такое преимущество. Есть у нас фейзы, ребят, на самом деле все не так плохо.
Добиваем Кату. Хорошо. Сразу возьмем сейчас манорегенчик. Возьмем потом Аквилу. Выйдем в Аквилу. Хорошо. Там Баратрум еще, ребят. Кстати, это очень плохо. На самом деле, потому что Баратрум будет бежать на меня тупо в наглую. И меня будут видеть. И могут мне по щам надавать. Но на шестом левеле, я думаю, ребят, сходим мы все же на центр. Потому что там помойник на центре. 0-0-0 стоит. Но я бы алхимика убивал бы, на самом деле, на миде. Просто там вон ЧСВшный челик, который пишет: нет, ты молодой еще, я профессионал. И поэтому как бы прискорбно. Прискорбно, ребят, прискорбно. Что, ждем появления крипов у нас на линии. Сларки пушат, хорошо. Сейчас попробуем проблочить этих крипов, чтобы как можно ближе у нас был тавер. Ребят, да, кстати, очень важно, то есть мы стоим соло, и поэтому сильно не наглеть. Крипов придерживать, и все. Все будет хорошо, все будет отлично. Все отлично, пристопали крипов. Юзаем фейзы, чтобы подобивать быстренько, поперемещаться с крипов. Возвращается на сларк, на линию. Даем тычку. Через фейзы опять даем тычку. Просто поднадрачим его, как он нас надрачивал. Типа пытался надрачить, но мы его надрачить будем сильнее. И будем смотреть, как же сларк у нас будет контриться от сикера. Будет ли, ну то есть вообще, реально ли это или нет. Миф это или реальность. Ну запушаю тут себе линию, к сожалению. Че там, как дела на миде? На миде у пацана все плохо, там full free алхимик. Давайте запушим линию и пойдем гангать. Все, идем. На бару будем кидать ультимейт. Потому что не вариант нам кидать будет ульту на... Ну да бьют крипы, ай-яй-яй, как плохо. Будет прыгать, прыгай. Хорош. Фейзы, давайте, пожалуйста, работайте. Ой, йогурт тут тоже, ну я так не играю. Я так не играю, ребят. Гоу. У него даже шестого левела нету. Добил. Но умру под ацидом. Эх, жалко, жалко. Ладно, не будем его дезморалить. Может, парнишка просто меня действительно не знает. Не знает, как я играю. И на мидлейн я бы отстоял бы намного лучше просто. Челик пишет, что я еще зеленый и тому подобное. Но не суть. Так, в общем, что мы имеем? 2 на 1 и 1. Будем сейчас делать Blade Mail. Full free у нас алхимик. Это значит, будет в игре какая-то изюминка. Берем ТП на низ и идем. Идем, ребят, бежим просто, даже я бы сказал. На этого кидаем ультимейт. На этого кидаем вот так вот. На этого кидаем ультимейт, еще раз говорю. Забираем. Вот этот фраг мой. Опа, опа, опа. Этого надо стилить. Стилить надо. Стилить надо, есть, хорошо. Хорошо, ребят, 1400 на кармане вебмани. Хорошо. Быстренько запушим этих крипчиков и... У нас, по-моему, вардики кто-то ставит. У нас кто у нас там потеет? Ой, ЦМ-очка, молодечек. Ребят, берите пример. Заходите в каточку, берете ЦМ-очку и саппортите. Красивую игру делайте для всех тиммейтов, для всех хороших ребят. Делайте красивую и хорошую игру. Иди руну контри, что стоишь там фармишь? А, все, он зафармил тут. Законтрил руну. Ну, на миде пассивный дурачок. Я его перефармил с изи лайна на... Уже у меня 8 левел, у него 7. Он еще и батлыгу там юзает. Ну ничего страшного. Не будем моралить пацана. Может пацан просто рили. Ну не знает. Не знает, как играть в эту игру. Учится. Так, делать на него чарж баратрум. Но тут можно цеплять, на самом деле цеплять, разменивать. Я иду, просто кидаю ультимейт. Кидаю ультимейт. Бежит у нас... Бежит у нас баратрумчик. Мой фраг. Привязка есть? Привязка есть? Привязки нет. Добиваем крипа. Ну, слабоватый шторм все же, ребята. Слабоватый. Ну, ничего не будем говорить. Хрен с ним.
Хрен с ним, ребят. Главное сейчас забрать кирпичиков, сделать блейдмейл и будем просто унижать всю карту. Начнем, так сказать. Ой, потерял микроконтроль я. Ну, если честно, это у меня нормальная тема терять микру. 1100 есть, хорошо. Химика без ультимейта, ребят, поймать. Опа, там у Акса даггера. Это можно же короночку, го. Можно замутить короночку. У Акса даггер, ребят, вижен только дать на хим. Ну, химик леса фармит. Химик леса фармит. Химик леса фармит, гоу. Бежим. Сейчас блейдмейл, ребят, блейдмейл. И будем выходить в что-то, в какой-то жир, потому что нам нужно будет переживать чарж баратрума. А это как минимум, знаете что? Что? Ничего. Вот и все. Это как цитаты. Цитаты Амыра. Нет, я туда не пойду. Как дела там на миде, парнишка? Не справляется парень там. Нужна поддержка с воздуха. Прием. Ребят, ну 1000 хитпоинтов с блейдмейлом, это, конечно, смешно, но ничего не поделать. Внизу файт какой-то, ну, блин, нет, зря я делаю ТП, ну, такое. Гоу. Все, нет, у него ультимейта, еще не будет примерно секунд 20, ждем. ГПО, ОГ. Давайте, ГПО. Плохой. Первый спайл. Но это мой фраг. Anyway. Просто. Think about. Ребят, будем, наверное, раскачивать первый все же. Если так хорошо идет. Есть. Главное химика, ребят. Химика задрачивать сейчас. И будет все окей. Все окей. Будем, так сказать, восполним утрату тех моментов, что шторм ошибся и пошел на центр. Не выигрывает мид. И, а мы немного, так сказать, перекроем эту тему. Что у нас немного штормик слабоватый, но мы должны переворачивать эту игру, ребят. Мы должны. Ребят, кстати, игра на 6-5к тут. И как бы, ну не знаю, поэтому, скорее всего, шторм такой пошел уверенный на мид. Хотя, смотрите, он отыгрывает 0-1-4. Ну, 4 ассиста за счет меня, то, что я прихожу. Он что-то так, бежит баратрум 100%, я думаю, ребят. Потому что, смотрите, какой тайфун у нас идет тут. Не, баратрум, наверное, не бежит. Я ошибся. Ну, бывает, ошибаются тоже. Даже слабые игроки, как я, ошибаются. Так, ребят, попробуем стакнуть тут. Вот это дерево, пожалуйста. Давай. Хорошо. Think about. Как говорит Егани. Егани play. Формируем, ребят. 1000 голдишек у нас есть. 1000 кармане вебмани, как говорится. И не знаю, что тут будем делать. Можно будет, в принципе, выйти и в лотар. Чтобы бегать, душить. И ПКБшка нужна будет тут. Блин, ну курочку таскают, апнуть не хотят. Ну, придется мне, наверное, апать. Цемочка почему-то не апает курочку, хотя Цема молодец. Саппортит мужчина наш. Мужчинка. Че там, шторм, по левелу пока проигрываешь? Не знаю, если там... Если, да, подсейв есть. Вливает у нас алхим. Ну надо фай... Ой-ой-ой, это же я под рипер сейчас буду садиться. Нет, не сажусь под рипер. Ай-яй-яй, ну на меня переключился. И добивает. Ой, что происходит? Вы просто посмотрите, какой размер. Если он кидает сейчас игнайт, я умираю. Нет, надо просто бежать. Надо просто бежать, глаза на лоб. Глаза на лоб. Бегу, волосы назад. Нужно обманывать. Нужно идти не по дефолту. Боже, посмотрите, какой эскейп. Ой, какие тут стаки, вы посмотрите. Ой-ой-ой. Как же мне сейчас... У меня так сердце сейчас бьется. Я чуть не умер, ребят. Ну, на кого-то там бара нажал чардж. Буду, скорее всего, вторым спеллом отгонять. Гоу, ребят, гоу. Я ставлю поле. Подбегать не буду, там станы. Есть у нас... все же... Ну, попробуем.
на верочку, так сказать. Добьем вот этого крипа, чтобы поднять все хитпоинты. И вот этого. Все, подняли хитпоинты. Возвращаемся в файт. И добиваем это. Фу, боже, это просто impossible coming by Xenazes. Найс. Не подумайте, что я там ЧСВ какой-то зазнавшийся. Просто хорошо отыграл. Я думаю, вам понравится, ребят. Я думаю, вам понравится. Вот просто на уважение вам, на любовь к моей аудитории, ребят, которая у меня есть, которая, ребята, поддержит. Просто спасибо вам. Аксу сейчас надо кинуть первый, чтобы он захилился. Смотрите, что мы сейчас сделаем. Братишка, держи первый и хилься. Смотрите. Просто музыка, а не игра, ребят. Ну, такая каточка, мне кажется, будет заслуживать лайка. Алхимик ливнул, потому что слабенький. Но Штормику спасибо, конечно, за каточку. 3000 есть на кармане в обмане, ребят. 11 левел. На топ ТП. Быстренько. Ребят, видим крипов, не видим преград никаких вообще. Боже, как же мне понравилось. Там на характере просто побежал. Такой, на, просто. На кармане в обмане. Кто-то там фидит. Не переставаючи. Но не добью. Think about. Шторм. Че у нас шторм там? 3-3-5. Ну, бывает, ребят. Парнишка ошибся. Ну, не пустил нормального игрока на мид. Ну, ничего страшного, ребят. Я не хочу сказать, ребят, чтобы вы подумали, что я там какой-то... Ой, ЧСВ, он там думает, что он там сильно играет. Ребят, ну, я в свое время добивался невиданных высот для большинства игроков Dota 1. И я рад, что я прошел это. И желаю каждому из вас это пройти и прочувствовать, потому что это незабываемо. Потому что когда ты чего-то добиваешься в какой-либо игре, которая тебе интересна, и как бы, ну, блин, я не знаю, как вам объяснить, ребят, но я рад. В общем, я рад, что я занимаюсь вот этой писаниной гайдов для вас, ребят. Постоянно эти фишечки всякие пишу. То есть, если вам нравится, вы это смотрите, ребят. И просто вам большая респектуля за то, что лайкусики там, вот это все дело вы завозите. Так, ну, надо вот так вот сделать. Оп, хорошо. То есть, ребят, большой вам респект за то, что смотрите. Ух ты! Посмотрите, что делает браконьер. Браконьер просто кидает на меня сетку какую-то. Злой какой-то тролль попался. Кинул на меня сетку за что-то. Think about. Баратрума там баклер плюс блейдмейл. Прикольный затар. Так, ребят, есть у нас ультимативная. В принципе, сикер раскрывает себя в гангах. Поэтому давайте не будем терять сноровочку. Ганги, ребят, ганги по КД, интересная игра, не тупо фарм. Сларка у нас пытается цеплять, должен шторм цеплять вторым, но шторма нету маны. Огр на разворите пытается что-то сделать, но ничего не делает, просто пытается напугать своей второй головой. И ТП-шится у нас тут некролайт. Опа, а у нас тут Сларк думает пофармить. Ребят, ну на самом деле могу накидывать раптуру и первый на него. Все, все, поехали. Ой, а если бы Тайдик нажал ультимейтик? Но я на самом деле сам виноват. Вы видели, какой дэмэдж мне влетел? Откуда такой дэмэдж? А, я понял. Я же набафал себя, а потом набафал и его. Соответственно, 80% дэмэджа, ребят. Никогда так не ошибайтесь. То есть, понимаете, тут нужно макро-понимание данного персонажа. Как видите, ошибочка и я трубчик. Короче, я понял. Даун на топе стоял на коре. И сливает каточку, ребят. Ну, бывает, бывает. Я думаю, вам будет все равно смешно посмотреть на такой момент. И он ЦМ-ка плюсует, значит, типа, смешно будет. Но она на самом деле меня не слышит, потому что я не в стриме. Но не суть. В общем, ребят, нужно делать ТП-шку сейчас на низ. Нужно добивать нам... Добивать наш Рейдиенс. Делать БКБ-шечку и заканчивать эту... Просто вот эту красивую гайд-игру, ребят. Чтобы вам было интересно, чтобы вы... Написали: Азес, как всегда, топ. Спасибо тебе за то, что ты делаешь такие чудесные гайдики с постоянными вот этими всеми разъяснениями данных скиллов. Как на нем что работает, ребят. Всем уважуха, респектулька. И у некро уже появляется Радиенс. А это значит, что у нас должно быть уже БКБ. Но БКБшка у нас пока что не пахнет. Ага. Но успеваем нажимать на БМ.
Боже, просто посмотрите, как он меня толкает и просто сам отлетает. Я не знаю, что сейчас произошло. Вы видели, какой дэмэдж Баратрума наносился с относа? Это все потому, что у меня был первый включен. Я вот этого пацана. Ой-ой-ой, а че ж так рано, цемочка, братишка, зачем так рано? Зачем так рано? Зачем так рано? Ну, Сларк, у нас тут не будет никак уходить. Кидаем ему еще первый, посмотрите, какой будет дэмэдж по нему. Все. Он ушел, кстати, в Лотар, но Лотар тебе не поможет, потому что я вижу тебя насквозь, когда у тебя меньше 25% хитпоинтов, бро. Так, а что это у нас там такое за некролайты какие-то наглеющие? Наглеющие некролайты, но там у нас есть Блэйдмейл, ребят, поэтому... Делаем вот так вот. Стакнули на себя первый, стакнули на него, и все. И подходим, и бьем. И бьем, ребят. На 80% больше получается урона у нас по некролайту. И некролайт у нас, если честно, страшный. Для меня лично это самый страшный персонаж. Я его очень сильно боюсь. В лейтгейминге очень страшно смотреть на некролайта. Просто смотришь на него и навеивает жесткий ужас. Боже, я так говорю, как дурачок какой-то. Блин, ребят. Час ночи. Я сижу и комментирую что-то. Мать спит в другой комнате. И она думает, наверное, что за дурачок у меня. Сын? У меня сын дурачок. Так, кинули на Сларка вот этот спелл. Ну, Сларк думает, что он тут выживет, но на самом... Как же это больно. Ребят, включаем Аквилу. Пушим крипчиков. Как видите, все отлично, все хорошо. Изи овнем. Изи овнем. Должны добивать тавер. Ты думаешь, ты добьешь, ты ж не добьешь. Ты ни одного крипа тут не добьешь, бро. Очень много дэмэджа. Я просто сейчас умру. Найс. Божечки. Я просто держался на расстоянии. Понимаете? То есть просто тут нужно небольшое такое понимание и осознавание вот этих... Боже, там же еще Баратрум, ребят. Надо отхиливаться быстренько. Понимание вот этих всех спылов на сикере, что если мы это кинем так, это кинем так, то дэмэдж, соответственно, нам несется так вот. То есть это большое... Боже, посмотрите, он еще агрессивный. Но я не могу, ребят, я вправе это написать, потому что человек слишком самоуверенный. Так, ребят, идем помогать ребяткам, там надо... А там ГГ просто минус 2 будет, ЦМ-ка ультует, это просто трэш. Просто трэш. Давайте подведем, ЦМ-ка будет кастовать и будет хилиться. Все, найс. Давай, давай, добивай, бро. Даже вырублю Радиенс. Молодец. Умничка. Так, ну Огур у нас пытается тут сдварить, закинем ему ультимативную. Закинем ему... Он убегает просто, посмотрите на него. Просто убегает. Ой, ты какой злой. Просто посмотрите на него. Сладенький какой. Ну, остановился? Умрет там. Pure damage. Смешно, смешно, ребят, читать на самом деле про челиков, которые пишут. Один на один, Эсфе, я тебе виград. Ну, таких игроков я не понимаю, честно. Он, ну, блин, некоторые ребята меня захейтили, когда, помните, я Мартредке писал, что он там, ну, слабоватый такой, знаете, и захейтили. Зачем ты его оскорбляешь? Может, он просто не умеет играть? Ребят, нет, не в этом дело. Знаете, почему я хейчу? Потому что этот чел, как Шторм, вот этот, который вот этой игре сейчас, ребят, он, вот так вот делаем, кидаем. Вот так вот. Ну, увел у меня Шторм Баратрума, но надо бежать, ребят, надо бежать. Давай. Ой, молодец, как сильно играешь на Шторме. Кидаем еще Баратруму. Первый, и теперь Радиенс его запиливает в 30 раз больнее. Опа, там Огрик у нас. Все, не видим Баратрума, но, к сожалению, минус, ребят. Так, покупаем БКБшку, ребят, чтобы закончить эту игру эффектно, красиво и, так сказать, ДТС. Ого, ДТС. А я апал 27к ПТС и являюсь
топ игроком ком 20 сезона айкапа лиги ПТС максимум. Играл с Челябой, Септембером и прочими топ игроками. Ну, не знаю, зачем он меня байтит на это, но, ребят, не могу написать. Понимаешь? ТС. Побежали. Сларк, ну тебе тут ГГшечка. Ну, не буду юзать уже БКБ. А вот так вот заюзаю. Гоу-гоу-гоу, некро хочу. Ой, хил спасает. Боже, БКБшка так упала сразу. Ультра. Ну, норм. Хорош тогда. Прости меня. Ну, играешь ты хреново, честно. Серьезно, он мид слил алхимику. Но я бы мид отстоял намного лучше, на самом деле. Так, ДТС про игрок у нас вырывается на алхимика. Так, цемочка дает колбу, алхимик. Ой, алхимик. Сикер у нас подходит. Такс у нас, к сожалению, залагал, ребят. Ну, сейчас мы будем показывать, как надо. Руки в масле, уже готов натирать попку. Я это вслух сказал. Но бывает. Не будем оскорблять Шторма. Уважать надо всех, ребят. К сожалению, даже если он слабый игрок. Но мы можем написать негатив только на то, что он пишет: да я про, а ты там, сынок, иди погуляй там. Так некрасиво, ребят. Даже я себе такого не позволяю написать. Ну, я написал, типа, пытался его уговорить. Ну, дай, типа, мид. Я, ну, там, снимаю гайдики такое. Чисто пытался забайтить его, так сказать. Но он не байтится. Не байтится. Ну, у меня нету, 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 у меня нету, ребят, ничего. Ой, я мог там, мог убить. Оп, сларк, кидаем вот эту тему. Прыжок, просто прыжок дает. Ребят, сколько когда еще? 7 секунд. 7 секунд. Ой, как хорошо, он сам себя убил, на самом деле. Заказ, мадон, гоу-гоу-гоу, вот эту пацана. Баратрумиус, иди сюда, люблю тебя. Первый скилл хочу, удачи. Привет, что долго, братишка, заигрался. Last hit'ем. Ну, не додумывается, что я хотел дать ему отхил, но ничего страшного, бывает у всех. Не знаю, выглядело ли это как подстава. Я умру тут. Ребят, о чем я вам говорил? Ну, у меня нет БКБшки, не суть, смотрите. То есть на этом моменте, вы видели, я наношу ему тычку, я его не убиваю. И сразу же он захиливает все хитпоинты. То есть и имейте в виду, что вот так вот. Вот как я говорил, то есть если у нас... Вот мы, у нас low HP, смотрите, я сейчас постараюсь еще раз объяснить. У нас low hit points. У enemy тоже low hit points. Но, если это, допустим, enemy это Лина, на которую я навесил первый спелл, и он пытается нас добить, то если... Боже, я сам запутался уже. Короче, вы видели, Некролайту я наношу тычку, и он захиливается. Хотя, по идее, возможно, я бы его мог и убить даже с этой тычки. То есть... Все, короче, забейте. Я не знаю, как вам объяснить. То есть, короче, может перекрыться вот этот дэмэдж сразу мгновенно. То есть мы должны умереть. Уже у нас хп уже ушли в минус. Но за то, что мы отхилимся, у нас хитпоинты уходят в плюс.
сложно, да? Я сам, если честно, сложно вот эту тему, ну, сложно ее объяснить. Но, ребят, я думаю, вам будет понятно. Я же для вас стараюсь. Так, ну, спорят там, кто рак, а кто не рак, меряются писюльками. А у меня вот такой, а у меня вот такой, а у меня вот такой. Ладно, ну не суть. Так, ребят, юзаем вот эту тему, вот эту. Акс у нас вылетает. Ну, надо идти заканчивать, ребят. 70 фрагов на этой каточке я не хочу делать. Сделаем догон, кстати, ребят. Будет у нас догон тут. Будем Steel Gaming играть, если эта игра немного подзатянется. ПКБшечка у нас, к сожалению, КДшится долго. Ну, идем сейчас на мид, принимают этого пацана. Подсейвливает его там. О, Григ. Смотрите, как Радиенс пилит, господи. Кстати, вот также мы с Радиенса отхиливаемся, если на нас первый спелл повешен. Это норма, ребят. Так, Цемочка у нас там гангует втроем. Просто посмотрите, гэнг-бэнгт, бедная Цемка. Жалко, жалко их цемочек. Жалко таких цемочек. Но они все решили держаться вместе. Чисто ребята, прием. Вместе, вместе. И все, и поехали. Ладно, не суть. Тайдуха у нас тоже есть. У нас все хорошо. Пока пофармим лес. Пока пацаны там думают, что у них все в руках. И все, они могут выиграть. Сделал я сию. Не знаю, ребят, не люблю делать сию. Вообще, в принципе... Как артефакт, это начальный артефакт, который, в принципе, ну, для сикера можно собирать. Такое, знаете, 2000 хитпоинтов, но толку от него не особо много от этого артефакта, я на самом деле считаю, на 30-й минуте. Но это сугубо мое мнение, и вправе сказать, знаете, еще осуждаю, осуждаю, вот так. Так, ну, Некролайта надо пытаться убивать. Кидаю ему ультимативную. Придется его дать... Боже, боже, боже. Ну, надо добивать. Если не добью, это ГГ. Хорошо. Ребят, очень хорошо на данного персонажа. Кстати, баш еще заходит. Боже, как же ему дэмэджа влетело. Все, минус мид просто. Баш вообще классно. То есть, если у нас под вторым спылом вылетает... баш, то 100% персонаж там остается, получает 6-секундный сайленс. И ГГшечка. Хорошо. На самом деле нехорошо, я очень много хитпоинтов потерял. А вот они хитпоинты, которые можно восстановить здесь. Просто останавливаем все хитпоинты с этих крипов и будем еще добивать вот этих. Ой-ой-ой, больно. Бара когда реснется? Бара-бара, 13 секунд. Отойти надо, ребят. Надо захилиться и возвращаться. Будет у нас БКБшка. Хорошо, у нас уже есть БКБшка. Смотри, ну как выпендривается чел. Ну неужели вот такой, якобы, если он опытный игрок, то почему он так выпендривается? То есть даже я себе не позволяю так выпендриваться. Забираем этих крипов на изи. Уже есть у нас... Давайте, собрали мы. Дагониус. Летит у нас Дагониус, ребят. Будем сейчас дыдыщ делать. Дыдыщ. Цемочка. Ты умничка. Якорь тут. И, ну, плохо. Цемочку сейф. Сейф цемку, ребят. С Радиенса запилилась бы. Ой, хорошо, свинина с Радиенса запилилась. Ох. Но надо попытаться застилить. И, ну как так? И кокарамакама. Курьера забрал у нас Сларк вонючий. Ублюдок, мать твою. Аду, иди сюда. Сорян. Ну, ублюдок это не мат вроде, насколько я знаю, ребят. Это просто личность. Такая, нехорошая. Ой-ой-ой, умру. Эх, но я не видел его байбек, ребят. Жалко. Жалко, не видел. О, или он не умер. Не, он умер, просто нажал байбек. Ребят, ну, минус догон.
Ой, закончим уже. 30 фрагов, может хватит и 4 смерти. Типа, я не хочу еще раз умирать. Некро надо сливать сразу, ребят. Некро очень противный персонаж. У нас у Шторма 4 Бладстоуна. Чему он там выпендривается, я не понимаю. Типа, у нас у него Сикер с Изилайна с 30 фрагами на 33 минуте. Вот это да, можно повыпендриваться. А так... Фармим, короче, после байбека по 10 голды за крипа. Ну, может, к тому времени еще подфармим на еще один ресипи догончика. И будем жить хорошо. Так сказать, пивасик попиваючи. Так, ну некор там фармирует. Но если я пойду туда, то туда уже будет идти баратрумчик там. Вот так вот кидаем. Ой, изичка, изичка моя сладенькая. Просто под первый спелл. Ну, не хочу бить его БМ. А теперь можно ударить. Хорошо, иди сюда, think about. Хорошо, иди сюда. Иди сюда, мой сладенький. Кидай ему ультимативную и все. Ну, третий только не давай, хорош. Спасибо. Спасибо. Иди сюда, сладенький. Ну, я его не убью там, уже далековато. Подбавить чуть-чуть, выйти из-под колодца. Хорошо, теперь можно бежать. Хитрый Азиас, хитрый. Азиас, ты хитрый. Кситри. Кситри Азиас. Азиас, ты кситри. Я видели еще дистанцию такую держал, чтобы, так знаете, подбайтить. Типа ему как бы ее в теории надо выкинуть, эту склянку, но уже как бы поздно. И он такой, ну ладно, хрен с ним, пойду обратно. И типа, и все равно дохнет. Ну, то есть такое, ребят, такое think about. Как говорится. Think about. Так, стакаем тут крипчиков, ребят. Ой, големи, какие у нас-то сильные големи. И хочу еще. Так, ну не стакну, но тут крипов я рак. Но вам не желаю этого, ребят. Ни в коем случае. Болеть такой болезнью, как я. Слабоумие называется. Ни в коем случае не рак. Не дай бог, ребят, кому-то заболеть такой способностью. Ой-ой-ой, какие у нас тут файты. Намечается просто гэнгбэнг от СМ-очки. Просто посмотрите, что происходит. Баратрума щимит у нас Сикер. Баратрума добивает у нас Шторм, который просто прилетел, ничего не делает. Катки Сикер должен нажимать тут Блейдмейл и просто добивать Некро. Убивается у нас тут Некролайт. Живет у нас тут Тайдуха. Хороший ревейдж, хорошая реализация. Прилетает догончик на Сикере. И просто будет сейчас ваншотить Алхимика. Вы просто посмотрите на этот дэмэдж. Смотрите, ребят. Берем. Кидаем первый на себя. Ждем. КД. 5 секунд. 4, 3, 2... Одна. Есть. Где химик? Блин, ну... Такое, придется забежать. Кидаем. Ультуем. Ой, ультуем. Ну, догоним, в смысле. Ну, вы поняли. Там, чтобы вы понимали, 1100 хитпоинтов. И эти 1100 хитпоинтов просто улетели сейчас. То есть, ну, ребят, think about, как говорится. Think about. Боже, ну такие оскорбления. Нельзя никогда не переходить на национальные какие-то розни. Ребят, призываю всех быть адекватными, любить друг друга и никогда не ссориться. И смотреть мои гайды, соответственно, ставить подписочку и кайфовать на моих стримах и на моих топовых видосиках. Ну как топовых, ребят? Не хочу сказать, что они топовые, но что-то можно тут научиться чему-то на моих видосиках. И, в принципе, спасибо вам, спасибо папе за кушать, за обед, зафармили крипа. Но придется юзать БКБ. И тут надо бежать просто. Нет, только не Некролайт. Ну догончик, ждем догончик. Ну, догона буду в лицо давать. Think about. Рипер в БКБ. Ну ждем. Первый, второй. Есть. Ну, второй, к сожалению, в помоечку. Бежим, помогаем пацанам. Хиляйся. Давай. Think about, как говорит Игани. Think about. Oh,
Ребят, ну надеюсь, вам этот гайд понравится очень сильно. И вы поставите лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Потому что я всегда стараюсь для вас, всегда делаю для вас такие красивые гайдики, красивые игры. И, в принципе, все. Желаю всем добра, счастья. И заходите на мои стримы и проводите хорошо время. И у нас на стриме не ругаются матами. У нас цивильный стрим, веселый всегда. Всякие гачи-мучи Амир ставит. От души, ребят. В общем, вот такая вот каточка. Всем спасибо.